Проблемы и перспективы развития законодательства в представительных органах муниципальных образований обсудили сегодня наслежные и улусные депутаты, собравшиеся на свой первый съезд в Якутске. Помимо изменений в законодательстве, делегаты съезда говорили о реализации контрольных полномочий, об антикоррупционной деятельности, а также о повышении статуса представительных органов МСУ. Эксперты отмечают взвешенную политику Якутии на фоне проводимой в стране реформы местного самоуправления. К примеру, Якутия пока остается одним из немногих субъектов страны, не проводившим укрупнение своих муниципальных образований. Конечно, для нашей республики это вопрос непростой, потому что у нас и малонаселенные пункты, и территория очень разбросана, труднодоступные территории. Но, тем не менее, мы в свое время осознанно перешли на поселенческий уровень самоуправления и с этого времени ведем последовательную политику по развитию основ местного самоуправления. И как вчера отметили эксперты, которые приехали из Москвы и из Новосибирска, что мы на правильном пути. И я надеюсь, вот сегодняшнее обсуждение, завтрашний съезд дадут оценку, в том числе и законодательству нашей республики, о том, как мы помогаем развиваться местному самоуправлению.